премии имени Салавата Юлаева Рамии Гарипова в исполнении Мадины Ильгамовой. Прозвучал Курай в исполнении Руслана Бехтемирова. Сегодня творческое объединение ССН подготовило небольшой вечер в честь памяти великого человека. Мы сегодня собрались для того, чтобы вспомнить его творчество, его песни и стихи. Ничего не слышно. Слышно, нет? Слышно? Нет? Вот так слышно? Слышно. Мы сегодня собрались вспомнить его песни и его стихи. Вспомнить. А мы его забывали? Нет, мы не забывали. Башкирский народ всегда помнит своего большого человека. Это человек, который внес огромный вклад в развитие, в сохранение не только башкирского языка, башкирской культуры, но и всей национальной культуры России. Это был великий поэт. Это был также патриот большой своей республики, своей страны. Это был верный сын своей родины. Также был он замечательным человеком. Он был очень жизнелюбивый. Бер нынгил яшагэнда яшагэнга тыматэнэм. Даже если бы я 1000 лет прожил, я бы не насладился жизнью. Но однако в возрасте 45 лет, совсем еще молодой, 40 лет назад перестало биться его сердце. А завтра бы исполнилось ему ровно 85 лет. Ауыр туфрағы еңіл болған, тар қабырлары кейін, яны енетті болған. Рахмет.